слушать сказку? Давным-давно, еще до жуткого датакрэша, Милитех построил себе секретный подземный город под нашим городом. Там, в та... Внимание, Догдаун! Беннет на связи. Полковник Курт Хансен мертв! Ви, времени мало, поэтому перейду сразу к делу. У меня есть заказ исключительной важности. В этот раз заказчик — я сам. Как решишь вопрос с Майклом Мальдонадо? Загляни ко мне. Это срочно и очень важно. Надо же, какие перспективы. Тормози! Нет, хватит! А! Thank you.
Надеюсь, я жду не зря. Ну, посмотрим. Привет. Садись. Мы тут впервые встретились, на этих трибунах. Только игра другая. Это да. Я хотел встретиться, чтобы наконец тебя поблагодарить. Мы все сделали правильно. Соми будет жить. Спасибо. Как у Соми дела? Все нормально? Ее нервная система слишком сильно пострадала от энтропийного разрушения. Матрица не прижилась. Сейчас она в хранилище, дожидается тебя. Нам пришлось прибегнуть к другим методам, но Соми будет жить. Думаю, она даже сможет вернуться на службу. Надеюсь, эти другие методы сработают. Мы ей обещали, что все будет хорошо. Я сказал, что она получит лучшее лечение и возможность исправить свои ошибки. Больше я ничего не могу ей обещать. Ты прав, так и есть. Мы поступили по совести. Если бы мы не спасли ее, Соми так и не получила бы свой второй шанс. Тут я с тобой согласен. Я вот только думаю, может, мы могли бы сделать для нее больше. Ви, Сойка, агент ФРУ, который находится в реанимации нашей клиники под надзором лучших специалистов. Я ничего больше не могу для нее сделать. Это уже не в моей власти. У тебя какие-то проблемы? Майерс вызвала меня обратно в Вашингтон. Видимо, переведут в Лэнгли или Глинка. В офис? Для начала. Временно. Буду отбирать перспективных новобранцев из общего потока. Ну что тут сказать, удачи. Надо же. Я думал, что уж на эту тему тебе точно будет что сказать. Я тебя знаю. Ты бы все равно меня не послушал. Ясно? Ну ладно. Пока, Рид. Я сообщу, когда наши нейрохирурги будут готовы. Пока, Ви. Я тут посижу еще немного.
Что бы изменил в своей жизни, если бы мог? Повторяю, Курт Хансен мертв! Это черный день для Доктауна. Полковник погиб так же, как и жил, с оружием в руках. Те, кто виновен в его смерти, должны заплатить. Знаете почему? Потому что Курт Хансен мертв, но Баргест живее всех живых. Как теперь эту херовину выключить? А, привет. Добро пожаловать. Немного током долбануло, зато теперь все работает. Зачем ты вообще эти кабели трогал? Придешь сегодня? Может, приду. Может... Внимание, Доктау! Беннет на связи. Полковник Курт Хансен мертв! Повторяю, Курт Хансен мертв! Это черный день для Доктау! Полковник погиб так же, как и жил, с оружием в руках! Те, кто виновен в его смерти, должны заплатить. Знаете почему? Потому что Курт Хансен мертв. Баргест живет. А, привет. Добро пожаловать. Осторожно! Все остальное. Не беси меня, Чумба. Привет, Ви! Это Блю Мун из Аскрекс. Ну, из группы, знаешь? Да тебя весь Найт-Сити знает. В чем дело? Ну, есть одна проблемка. Надеюсь, ты не ищешь парня для подтанцовки? Ладно, шучу. Рассказывай, что случилось. Фанат есть один. Такой... странненький. Начал присылать мне угрозы. Постоянно. Причем на домашний адрес. И еще он меня преследует. Не хочу ждать, когда он перейдет от слов к делу. Его нужно найти и разобраться с ним. Не знаю, сколько стоят твои услуги, но я заплачу любую цену. Это я тебе обещаю.
Что ты знаешь об этом чокнутом фанате? Ничего. Ну, у него подпись ЗО в письмах. Хо, небогато. Но все равно зацепка. А ты уверена, что есть повод для беспокойства? Может, это шутка дурацкая? Ви, в очередном послании была бомба. Охрана обезвредила, но... Теперь ты понимаешь, насколько все серьезно? Да, куда уж серьезней. А девчонки твои из группы не могут тебя выручить? Вы вроде крутые такие, ничего не боитесь. Ви, да я даже не знаю, как выглядит этот псих. Надо его вычислить и поймать, но очень аккуратно. А девчонок моих весь город знает. Где уж тут в толпе затеряться? С радостью помогу. О, Кэрри был прав. Тебе можно доверять. В общем, план такой. Я пойду прогуляюсь по кольцу Кабуки, а ты незаметно иди за мной и гляди по сторонам. Если будет что-то подозрительное, если увидишь этого придурка, если будешь точно знать, что это он... Я знаю, что делать. Нет, 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 стой. Его нельзя убивать. Это плохо для репутации группы. Просто мозги ему вправь, чтоб отвязался. Как скажешь, тебе решать. Супер. Тогда иди в Кабуки, садись на скамейку и жди. Я к тебе подойду. Здравствуйте. Мне должна была прийти посылка. Заказ номер 48. Сейчас проверю. 48. Точно? Ви, сколько лет, сколько зим? Чем я могу тебе помочь? 48, точно. А я думал, монахи... Мне сказали, ты можешь помочь с поведенческой программой. О, да, я получила инструкции. Моя помощь уже оплачена. Можешь показать мне деталь? Возможно, с ней можно что-то сделать. Хорошо, жду. Обычно я не расспрашиваю заказчиков об устройствах, которые они мне приносят. Тебя тоже не буду расспрашивать, но... Место, где сделали эту программу, нужно бы похоронить под толстым слоем бетона. Ее алгоритмы... Я таких не видела уже очень давно. Постарайся не попадаться с ними сетевому дозору. Я серьезно. Хорошо. Я буду осторожен.